Поздравили! Сегодня сотрудники прокуратуры Октябрьского района отправились в специализированный дом ребенка. В преддверии Дня защиты детей они привезли воспитанникам подарки. Гости тоже не остались без сюрпризов. Им показали концертную программу с участием маленьких артистов. Малыши пели, танцевали, рассказывали стихотворения. Для ребят устроили шоу мыльных пузырей. Всего здесь воспитывается чуть больше 40 детей до 3 лет. Посмотрели концерт. Очень все молодцы. Дети старались, и мы получили массу положительных эмоций. Мы занимаемся ежедневно своей работой, и то, что мы сегодня видели, это просто организовано в праздник, а на самом деле это ежедневная работа, и в будни мы с детьми играем, и прививаем им навыки, знания.